На площади у Сургутской филармонии состоялся концерт духовой музыки. В нем приняли участие не только профессионалы Сургут-экспресс-бенда, но и впервые школьные оркестры. Таковые базируются в 6 образовательных организациях. Родители на ура восприняли идею, что их дети дадут совместный концерт с филармонией. Присоединились к празднику и представители музыкального колледжа. Такое выступление сводного духового оркестра состоялось в нашем городе в первый, но не в последний раз, уверяют в департаменте образования. Школьники показали, что они освоили за весь учебный год с тех пор, как для них купили инструменты. Отмечу, что музыкального образования у детей нет, но есть все шансы после такого дебюта поступить в школу искусств. В течение полугода приобретались инструменты, очень долго шло согласование. Нам хотелось, чтобы это было лучшее профессиональное оборудование, лучше учиться на хорошем. И в этом нам тоже помогала Сургутская филармония. Закупки осуществлялись самими образовательными учреждениями. На сегодняшний день порядка 300 ребят занимаются в этих школьных оркестрах, но это дети этих образовательных учреждений. Мы планируем развивать этот проект. И в этом году еще в двух школах будут приобретаться эти школьные оркестры.